Репатриация этнических казахов в Казахстан. Репатриация этнических казахов в Казахстан. В настоящее время Казахстан проводит политику репатриации этнических казахов, вынужденно или добровольно покинувших территорию страны, либо оказавшихся за пределами ее современных границ после национально-государственного размежевания в Центральной Азии и их потомков, проживающих в других странах. Употребляется термин «оралманы». Всего за последние два десятилетия в Казахстан переехало, по официальным оценкам, до 1 миллиона этнических казахов. В настоящее время реализуется программа «Нурлы-Кош» на 2009-2011 годы. Казахстанский «Нурлы-Кош» – дословный перевод «Светлая кочевка», «Светлый переезд». Программа утверждена постановлением правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2008 года номером 1126. Данная государственная программа Республики Казахстан для рационального расселения и содействия в обустройстве этническим иммигрантам, бывшим гражданам Казахстана, прибывшим для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан, гражданам Казахстана, проживающим в неблагополучных районах страны.